Всем привет! Сегодня нам пришла еще одна посылка, которую нам заказали через RuPushUp Service DPU. Так, давайте посмотрим. Достанем. Так, и здесь пришли штаны. Так, запакованные хорошо. Здесь вот есть пояс к ним идет. Вот такое вот серебро. И сами штаны. Штанишки такие, как вот сейчас модные. Ткань такая вот плотная. Это и не джинс. Такой вот, я даже не знаю, как сказать. Ну вот изнутри видно, что как здесь хлопковая такая подкладка. Но такой вот плотный. Такой как легкий джинс, что ли. Так, на боках здесь идут вот такие вот карманы накладные. Они не на липучках, просто накидные. Карман вот здесь вверху обычный. Он, кстати, не глубокий, такой мелковатый карманчик. Вот видно по внутренней стороне. Здесь вот идет на талии резинка сзади по спине. 150, это видно, ну, нароз, на которые они указаны. Также на попе нету никаких карманов, все гладенько. И внизу они идут на резинке. По качеству, ну вот вы видите, что как бы оверлочено все. Ну, это вообще не считается хорошего качества штаны. Я думаю, они и размером подойдут. Здесь они просто тоже вот на молнии. Молния все работает. И на пуговице застегивается. А тут надо, кстати, прорезать, как вот в новых вещах. Вот такие вот штаны нам сегодня пришли. Ссылочку мы на них оставим под видео. Кому интересен такой товар, а он интересен, потому что это модно в этом сезоне. Так что переходите и выбирайте себе свою расцветочку. А так вот еще пояс вставляется. Спасибо за просмотр. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал.